нужны, потому что открывает второе отделение нашей джазовой презентации молодых исполнителей пианист, лауреат джазовых фестивалей Николай Звягинцев. Прошу приветствовать. Он исполнит нам свою версию знаменитой «Фиесты Чик-Корея».
Николай Звягинцев. Сейчас к этому замечательному молодому музыканту присоединится некоторое количество таких же молодых и очаровательных молодых музыкантов, которых я сейчас вам представлю. Все вместе это будет составлять коллектив под названием «Баллон Бэнд». Баллона могу представить отдельно, ты не возражаешь? Это Игорь Осипов, гитара. Артем Бурзаница, саксофоны. Виталий Иванченко, бас. Святослав Величко. Ребята исполнят сейчас две композиции. Первая из них – это Майлз Дэвис, «Солар». И вторая композиция прозвучит под названием «Туканейро». Ее написал наш, ну, известный в наших кругах, баллон Игорь Осипов.
Thank you.
Балун Бенд, Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева. Играет лауреат международных джазовых фестивалей Виктор Дидек. Дэйв Брубек, Виктор Дидек, Take Five.